Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате The Cameron Files, The Secret at Loch Ness. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наши приключения. В прошлой серии мы смогли выбраться из винокурни, выломав решетку в окне. Опа! Здрасте. Это нехорошо. Но я не хочу ей делать больно. Она такая прелестная девушка. Весело серия началась. Так, значит, когда я подбираю сумку, включается сценка, да? Значит, он не хочет ей делать больно. Что мы можем тогда сделать? Двинуться я не могу. Как только я делаю шаг, получается, она стреляет. Так, ну может быть в этой сумке что-то есть? Надо быстро сейчас попробовать проверить. Но я не хочу ей делать больно. Она такая прелестная девушка. А, таймер не останавливается. Пистолет. Так, окей, мы ее обезвредили, но у меня все-таки вопрос. Она хочет нас убить. Она в нас стреляет, но при этом она прелестная девушка, и ты не хочешь делать ей больно. Что? Почему? Это, конечно, странно, это вызывает вопросы, но ладно. Время настало, Кэмерон. Завтра самый короткий день в году. Альбан Артуан. Надлежит праздновать день, когда небесный свет достигает нижней точки. Это зенит темных сил. День, когда добро и зло встречаются лицом к лицу. А нельзя ли чуточку пояснее? Все очевидно. Если желаешь найти истинную причину своего пребывания здесь, воспользуйся божественным светом Артуга. Сердах черпал силы от Трискеля и от своих кристаллов. Но мощь ему дало возрождение солнца. Пятница, 21 декабря. Мои подозрения относительно Макграба оправдались. Кажется, он совершенно безумен. Как говорит наше привидение, сегодня или никогда. Вперед, старина! Ты почти у цели. Так, сегодня у нас самый короткий день в году. Альбан Артуан. Давайте почитаем, что у нас нового в дневнике появилось. Опа, мешок с опилками появилось. Пояснение здесь. Я уже боялся, что он забаговался, что ли. Зачем нам мешок с опилками? Ну ладно. Под землей что-то происходит. Под землей или под водой? Может, под озером есть тоннели? То есть нам нужно под землю. Здесь у нас развилка, вход на винокурню, нам туда точно не нужно. В часовню вряд ли. Вот сюда разве что. Отсюда, может быть, проход есть. Ну, в принципе, может быть, где-то здесь как раз те врата, которые мы под водой видели, и находятся запертые. Давайте туда сходим, в принципе. Почему бы и нет. Thank you.
Так, это нам вот сюда нужно. Так, ну мы здесь были уже. Так, теперь вот эта штуковина активна. Так, кстати, подождите, а что мы там подобрали в сумке у той горничной? Записки Макграба. Кандидаты в Великий Орден. Вахтаракт. Гельмут фон Грехтхаус, Берлин. Анна Тройтер, Троймер, Вена. Дотторе Витторис Мазалетта, Рим. Герхард Герельс, Франкфурт. Пол Ивил, Эдинбург. Франциско Лопес Кацерас, Мадрид. Так, а, ну здесь еще куча имен, зачеркнутые. Илон Кэмерон, Чикаго. А, Шон Кэмерон, фу, Илон. Шон Кэмерон зачеркнут, сэр. Элистер Макфарли зачеркнут. Шон Кэмерон — это наш отец, получается. Элистер Макфарли — это, собственно, пропавший лорд. Дьяволов кряж. Эффект воздействия электрического тока на человеческий мозг. Код доступа в комнату Трискеля 532. Вот это нам может понадобиться. Код доступа в подземный док 421. Стоит ли это записать, чтобы потом сюда не лезть? 532 421. Пусть будет записано у меня в блокноте на всякий пожарный. Альбан Артуан, 21 декабря, зимнее солнцестояние, Козерог. Самайн, 1 ноября, Скорпион. Альбан Элуад, 21 сентября, осеннее равноденствие, Весы. Лугнасад, 1 августа, Лев. Альбан Руин, 21 июня, летнее состояние, Рак. Белтейн, 1 мая, Телец. Альбан Эйлер, 21 марта, весеннее равнодействие, Овен. Имболк, 1 февраля, Водолей. Так, все, да? Так, ну сейчас Альбан Артуан. Нас интересует только это. 21 декабря, зимнее солнцестояние, Козерог. Окей. Так. Альбан Артуан. Так, а, это как компас с края света, то есть у части света север здесь. Слышали, что-то только что как будто двигалось. А, подождите, так мы сейчас Козерог, то есть мы должны, может, подставить теперь еще туда Козерога? Там не особо понятно вообще, что где. Что-то только что было. А, там проход, получается, за камнем. Камень типа чуть-чуть сдвинулся, да? Но особо его и не видно, но просто стрелочка туда теперь есть. Так, что-то продолжает где-то двигаться. Так, окей, давайте, наверное, сохраняться будем периодически, потому что я понял, что в этой игре нужно сохраняться. Вообще, это не очень правильно с точки зрения разработчиков в квест добавлять вот такие вот возможности проиграть. Потому что это очень непривычно для квестов. Так, подождите, я откуда... Откуда я пришел? Что это вообще такое? Ой, елки, тут ходов. Только не лабиринт, только не лабиринт.
что, по-моему, я по кругу хожу уже. Так, я, по-моему, к началу вышел, да? Вот оттуда я, типа, поднялся. Ступеньки. Так, сюда мы не можем пройти. Так, здесь что-то нужно будет сделать. Три места, может быть, три места под три камня. Так, где я нахожусь? Как я сюда попал? В какую сторону идти теперь? Ничего не понимаю. Ой, да как же здесь ориентироваться-то? Так, так. Попробуем вот сюда вверх по ступенькам. Сюда тоже нельзя. Здесь тоже что-то нужно будет, видимо, потом сделать. Лорд Макфарли, надеюсь, я могу рассчитывать на его помощь. Опа. Что с ним делают? Что это такое? Как электрический стул, опять-таки, с кучей проводов. Ёлки-палки. Как мне его оттуда вытащить? Я тут не ориентируюсь, ребята, вообще. Вот почему я уже миллион раз говорил, что с лабиринтами у меня страшные проблемы. Я не ориентируюсь здесь. Я вообще не понимаю сейчас, куда, в какую сторону идти. Сегодня, джентльмены, наступает новая эра. Кристаллы и Трискель объединились. Альбан Артуан, божественное сияние Артура даст ордену Вахтарак неземную силу, которая никогда не изменит ему силу Сердаха. Наш генератор готов впитать мощь солнца. Этой ночью подводная лодка уходит на первое задание. Ровно в полночь Лондон будет стерт с лица земли. Мощь Сердаха в руках моих! Возвращайтесь в свои дома! Несите весть о новой эре! Мисс Макфарли не сможет больше противиться мне. Отказ присоединиться будет стоить ей жизни. Нельзя, чтобы меня ой, заметили. Таймер! Куда мне? Куда? Все, типа, у меня получилось, да? Но я просто отошел, чтобы меня не заметили, получается. Окей. Планы, конечно, у них ого-го. Лондон стрес лица земли и так далее. Так, сюда мы не пройдем. Давайте опять сохранимся. После этого лабиринта. Так, окей. А что у нас в дневнике нового? Что? Ложка, старина, только... А, логика! Тьфу! Ложка. Логика, старина, только логика. Ты нашел столько всего, что пора бы уже и догадаться. Так я и думал, он совсем помешался. Все по порядку. Во-первых, освободить Макфарли. Легко сказать. Тут лабиринты.
Так, я откуда только что пришел, уже не понимаю, отсюда, наверное. Так, ну я надеюсь, вот эти вот культисты, или как их назвать, еще ушли. Я могу теперь здесь ходить свободно? Опа. В общем, случайным образом я его опять нашел. Окей, как же его освободить-то? Ну, получается, войти вот сюда я не могу. Опа, помещение нашлось открытое. А это как раз то помещение, где только что и было вот это вот, скажем так, собрание культистов. Что, нельзя почитать, взять блокнот этот? Ключ. Кажется, все. Что мы там взяли? Ларец для Трискеля. Щипцы. Платиновый ключ. Откуда он может быть? Может быть, он откроет проход к лорду Макфарли. Так. Вначале все хорошенько осмотрим. Так, здесь больше осматривать-то и нечего. Так, что это за штуковина такая? Ага, я могу только вентиль повернуть. Я думал, тут придется сейчас головоломку решать. Так, ну а что я сделал? Я что-то... включил? Понятно. Фу ты, по кругу обошел, елки-палки. Так, подождите, получается, они круглые, да? Вот то круглое помещение, вот это круглое помещение. И вот там еще круглое помещение. А там, получается, за ними еще проходы. Так, может быть, куда-то. Нет, не сюда. Фу, ты опять сюда пришел. Да что ж такое? Так, в какую сторону мне пойти, чтобы прийти в другое место куда-то? Не могу посмотреть туда.
А, ёлки, опять-таки сюда пришел, да? Что ж такое? Как это сложно. Опять я здесь, я не понимаю, куда нужно идти. Просто так вот клацать, пока наконец-то методом перебора не придем, куда нужно. Я уже не понимаю, где лорд Макфарли находится. Ну да, освободить Макфарли. Легко сказать, освободить Макфарли. Так, значит, вот эти проходы, получается, этот проход ведет куда-то вот туда вот. Так, тот, туда. Я все равно не понимаю. Вот не понимаю, и хоть ты тресни. Вот. Вот он, Макфарли. Ну а что мне с ним сделать-то? Как мне к нему? Мы там вентиль повернули. Может, где-то еще нужно что-то повернуть? Вот по трубе, допустим, пойдем. Нет. Может быть, где-то вниз спуститься еще? Нет. Так, смотрите, получается, теперь можно осмотреть вот это вот место. Опа, так вот что это такое? Это не места для камней, это... В общем, эти комнаты, они как бы не двери имеют, они вращаются в центре и таким образом блокируется проход, как вот здесь вот. Вот, теперь мы вроде как везде можем пройти. Отлично, давайте по этому поводу сохранимся. Так. Там у нас лаборатория, а там вроде у нас Макфарли должен быть, да? Да, вот он. Так, Макфарли, ты не против, если я вначале осмотрюсь здесь? Цели безопасности. А потом уже тебя освобожу. Хотя, в принципе, тут осматривать-то и нечего, я смотрю. Спички пока что мы взять не можем. Осторожно, не отключать питание от наручников прежде шлема. Высокое напряжение. А вот это нужно запомнить. То есть вначале нужно отключить питание шлема, потом питание наручников. Ага. Так, подождите, нажимать пока что я ничего не хочу. Так, подождите, а здесь у нас получается три тумблера. То есть, допустим, шлем, наручники. А что третий тумблер отключает?
ноги, может быть. Так, хорошо, давайте, во-первых, разберемся, что за что отвечает. Вот от шлема, допустим. Второй тумблер. Да, вот к этим клеммам идет. Наручники. Правый. То есть третий. А первый тогда что? Да, первый вот сюда идет. Так. Шлем, потом наручники. То есть второй, потом третий. А вот этот когда отключать? Давайте, наверное, сохранимся. Может быть, по порядку? Первый, второй, третий. Здесь вообще другие провода даже идут. Хотя по порядку было бы слишком банально, я думаю. Слишком просто. Попробуем, давайте так. Все правильно или как? Так, ну вроде ничего не искрило, вроде как он нормально все, как бы стул отсоединился. Что-то Макфарли, а че он такой белый? Он вообще живой? А, бутылку воды мы взяли, я думал, спички. Лорд Макфарли, я прибыл согласно вашему письму, но, видимо, опоздал. Где Макграб? Они уплывают этой ночью в своей подводной лодке. Кристаллы дали ему силу, о которой он мечтал. Он хочет разрушить Лондон. Он безумец. И это еще не все. Он похитил вашу дочь. Мойра. Я верну ее. А вы приготовьте свой лазер. Я попробую укрепить взрывчатку на субмарине. Я должен вернуть кристаллы и Трискель. Берегите себя, молодой человек. Я буду ждать вас в обсерватории. Так, окей. Его мы освободили. Найти, где этот сумасшедший держит Мойру. Ладно, будем искать, но давайте, наверное, будем делать это уже в следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.